Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и мы продолжаем играть в From Total War Remastered за Сципионов на высоком уровне сложности. В прошлом видео мы захватили Фапс, Лилибей. Не успели, правда, захватить Карфаген, потому что нам помешала Нумидия. Получили мы задание от Сената заключить с ними договор, что мы, в принципе, сделаем на следующем ходу. Немножко подрекрутировали армию. Ну, а так, в принципе, все идет по плану. Кроме, конечно, Капуи, потому что здесь что-то немножко недовольное. Разочарование у них происходит в жизни. 80%, ладно, это не критично, ждем. Как только мы там построим храм Сатурна, я думаю, ситуация уже будет получше. А может и не будет. Так, сразу ускоряем этих ребят, чтобы они быстрее ходили. Не знаю, с кем нам воевать. Карфаген скоро, я так думаю, падет. У него что-то так все жмут. Ничего, пойдем по низу. Пойдем куда-нибудь вправо. Посмотрим, что там будет происходить. Может, там еще где-то он остался, потому что просто я не вижу смысла идти дальше. А! Не успел я с ними заключить союз. Нумидии там ничего там решили меня хлобучить, скажем так. Ну тогда сделаем так. А, так, тут у нас наем идет, да? Идет. Предподготовим еще наших лучников. Кстати, у нас уже принципы пошли, тяжелая пехота. Так, на секундочку, да? Поэтому ребята не с теми решили драться, скажем так. А вот то, что Карфаген остался без ничего, вы знаете, это очень интересная тема. Сейчас мы попробуем с вами провернуть одно дельце. Не знаю, как оно у меня выйдет или нет. Значит, вот этих ребят мы перекидываем туда. Отсюда возьмем. О, так мы и тебя возьмем. Давай туда тоже чеши. Вот, и вы объединитесь и будете новой ударной силой. Так, сейчас попробуем такую тему замутить. Сейчас вы просто посмотрите. Так, здание было отменено. Рапс, понятно, дипломатическое. Ну, Мидия, дом Сципионов объявили войну. Понятно. Карфаген, Бакатапорта. Уже выполнили. Пропускаем. Пришел к Нумидии. Наше терпение не бесконечно. А уже все, вы мне уже не интересны. Уже как бы посланы на три буквы. Если вы понимаете язык силы, то язык силы вам будет показан. Как я выкрутился? Язык. Сейчас, может, еще по тихой хрусти возьмем Карфаген, если успеем. Было бы нехерово. Войск там нет. Взять-то мы его возьмем, а вот удержать не знаю. Но мы его возьмем, разграбим. Думаю, бабла нормально поднимем. Как в рекламе, типа, алло, АК, а где поднять бабла? Надо Карфаген разграбить. Так. Пап все еще в осаде. Они, в общем... В общем-то... Серьезно взялись. Так, соединяемся. Берем еще в помощь себе вот этих хлопцев. Боже мой, а тут сразу обозлились. А в чем проблема? Пускай будут просто высокие налоги, ребят. Ну, сразу начинайте злиться. Запрыгиваем в корабль. Корабль, бегом нас, пуля сюда просто. Высаживай наших бродях. Блять, не можем выйти. Блин, если сейчас адмирал Марк с дома в Юле возьмет Карфаген в осаду раньше меня и заберет его, это будет просто, блин. Итоги периода, понятно. Дипломатическое сведение. Да, сразу, короче, все дома Юлиев меня поддержали. Ну, точнее, Рима. Бруты, Юли, Сенат, граждане Рима. Все сразу, короче, вписались за меня.
Поняли, что будет драка, и они решили в ней поучаствовать. Хорошо, это неплохо. Пропускаем ход. Надо успеть взять Карфаген в осаду до Рима. Быстренько его захватить. Разграбить. Получится удержать? Удержим. Не получится, я не расстроюсь. Что самое интересное, что Рим вроде как меня поддерживает. Ну, основные дома Рима, да? Но по факту мы ничего этого не увидим. Ну, то есть, никакой поддержки не будет. Прежде чем дать ответ. Ча? Согласитесь ли мы атакуем? Дайте нам 100 динариев. У меня 13 тысяч. Ну на. Благодарим вас. И что это было? Я не обеднею от этих 100 динариев. Мне просто было интересно, что это, блядь, за хрень такая. Так, тут же ж никого нету, правильно? Ну да. Раз, ребята, никого там нету. Мы высаживаем наших ребят. И они возьмут в осаду. Вот так вот. Вот такой вот поворотик. Так, начинаем осаду. Я хочу всего. Да по чуть-чуть. Ладно, это уже лишнее. Давайте. Вот так. Нет, тоже лишнее. Вот так. Давайте вот так. Так. А там только один лидер фракции Карфагена, и все. И все. Так, нанимаем здесь обязательно войска. Кстати, убийца. Хорошая тема. Нанимаем войска тут. Гастаты. Давайте пару гастатов. Здесь можно еще конных. Вот так примерно. Что там капает, наша бедная несчастная? Принципы, тяжелая пехота у нас тут есть. Давайте немножко наймем тяжелой пехоты. Лучников нету. Давайте всадников. Гастатов. И что тут у нас по зданиям? Так, дворец. А что тут у нас по населению? 13 тысяч из 12 для роста. Конечно, обязательно дворец проконсула. Пора. Пора. Стены, конечно, тоже. Гильдия корабелов. Все, пока хватит, потому что что-то сильно я пошел в растраты. Сведения в осаде. Популярность народа упала. Обычные сведения. Германия, Испания, Даки. Решение о строительстве форум. Хорошо. Итоги периода. Хорошо. Так, кораблик освободился. Бери в осаду Карфаген. Здесь мы никого не можем нанять, потому что, скорее всего, мы уже в осаде. Я думаю, только именно поэтому. Больше причин для этого не вижу, почему мы не можем набрать людей. В любом случае, будем ждать до последнего. Сколько там он еще простоит? Еще 4 хода, нормально. Так, а тут штурмуем. Штурм. Солдат 23. У нас 280. Блин, вы знаете, я, наверное, сохранюсь, потому что что-то мне не нравится. Это автоматическое распределение. Безоговорочная победа. Так, уничтожить. Вот мы и подняли бабла в Карфагене. Так, что у нас тут? Переобучение обязательно переобучение. Всадники, гастаты, принципы. Давайте принципов обязательно нам. Вот плохо, что здесь нету данных. Давайте сразу займемся. Значит, каменную стену. Очень сильно хочу каменную стену. Велиты. Шпион, убийца, неинтересно. Римская академия, арена. Публичная баня, общинная. Мощенные дороги. Давайте. Ну, это у нас уже есть. Площадку для обучения тогда, что ли?
Ремонт. Ремонт обязательно. И подаром. Так, как-то так. Тут у нас все без изменений. Строить пока здесь ничего не будем. Так, задание выполнено. Будут игры проведены. Фабс. Получен торговец. Где он? Где этот торговец? Кто ты? Дипломат. Что, значит, я предлагаю вам мир с капитаном Мутин Честный, лидер фракции. Вот, подтвердить. Меня встретил капитан. Еще одно войско. Ух ты, блин. Так, скорее. Прекращение огня. Ну и... торговые привилегии. И я сделаю одиночную выплату в размере 1000 копеек. Да вы шутите. А, ну все тогда. Тогда ладушки. Тогда ладушки. Тогда нам нужно готовиться к войне, причем жесткой войне. Значит, давайте выставляем вот тут где-то сбор. Будем здесь собирать войска, готовить их к наступлению. В Сиракузах я хотел бы велиты. Блять, я хочу лучников себе. А я не помню, где я в прошлое... Честно, не помню, где я в прошлое видео пытался их себе выстроить. Велиты. Нет, тоже не то. Все не то, блять, все не так. Может, я... Ой, в столице? Я мог в столице, да? Дипломат-крестьяне. А ну... Понимаю, я хочу себе обычных римских лучников. Велиты. Ну это ж все у меня тут уже есть. Я просто не понимаю, нахрена я, блядь, это по два раза строю. Кузница, форум, казармы, Карфаген, городская стража. Ну да, здесь лилибей надо бы построить, конечно. Это только городскую стражу и можем делать. Завершаем ход. Пару ходов у нас осталось до падения Фабса. Не хотелось бы с ними драться вне города. Если вы понимаете, о чем я. Но там он уже... ваши агенты. Торговец мой. Братуха. Да ты не выйдешь из города уже. Блин. Ну и я там тоже никак не затащу. Тут лучники. Копейщики. Наемники на верблюдах. Сейчас тоже отсюда выйди, они сразу взбунтуются. Это же, блин, гарантия. Я этих клоунов знаю. Что здесь у меня по этому? Сколько не пройдет? 3 хода. Ладно, 3 хода ждем еще. Пока ждем. Давайте, может, конницу успеем подстроить какой-нибудь. И попробуем кинуть нашим ребятам туда в помощь. Союз расторгнут. Германия, Дакия. Последняя в осаде, знаю. Получили мы кучу... Крепление подавлено. Получили кучу должностей в Сенате. Сообщение о наборе, сообщение о строительстве. Там, где проведены игры в Лилибее. Проведены игры в нашу честь, что повысило наше благосостояние. Так. Площадка для обучения. Форум.
Что, давайте в Сиракузах тоже канализацию обязательно, наверное, построим, да? Римскую академию давайте в Сиракузах. Здесь тоже можно было бы Римскую академию, да, построить, почему бы и нет. А и в столице. Столица у нас и там только большая стройка. Канализацию. Надо, я считаю, везде провести канализацию, потому что люди довольные, которые могут сходить посрать на нормальный туалет, это довольные люди. Ждем. Все же я до последнего настроен на защиту от, точнее на игру от дефа. Вот, кстати, оно и началось. Нормально они нас так уже подхудили немножко в этом. Давайте сразу же немножко подсохранимся. Опять же, напоминаю, ребят, сохраняюсь не потому, что боюсь проиграть вообще компанию в целом, да, как бы я к этому, вы знаете, после Imperial Glory отношусь абсолютно спокойно. Просто бывает не всегда автоматически решается исход битвы, поэтому я в этом плане незначительная победа, видите, победили. Победили. Сразу сейчас у нас опять нас взяли в осаду. Только мы победили, нас опять взяли в осаду. И, конечно же, что я не могу, как я понимаю, переобучить никого. Так. Это еще ремонт, да? Да. А, нет, это я ставлю уже строительство. Воп-воп-воп-воп-воп-воп. Или нет? Вот ремонт. Ремонт. Сначала надо ремонт стен сделать обязательно. Последняя в осаде. Вы видите, только вышли с осады, и они сразу... Вот он отступил. А уже сюда подошла вторая армия. Ну, радует, что хотя бы им теперь тоже нужно время для того, чтобы собрать... осадное оружие. Так вот, я сохраняюсь не потому, что я боюсь проиграть, а потому что просто бывает авторасчет вроде как и нормальный, а бывает и такую херню делает. Вот вы могли заметить по тем же самым Болтонам, да, ну, прохождение имею в виду. И для того, чтобы восстановить историческую справедливость, я просто переигрываю, ну, как бы именно эту спорную битву. Только поэтому. А почему я провожу автобитвы? Для того, чтобы не затягивать видео и прохождение, ну, кампании, что как бы быстрее, да, насколько это возможно. Так, армии. Блять. Да я опять, короче, не могу, я здесь никого этот. Здесь я не успел нанять никого, блин. Хрень, конечно, конечно, хрень. Последняя в осаде, понятное дело. Ширение свиты. Еще раз давайте. Скорей. Наше терпение не бесконечно. Очень требовательное. Постоянная дань. По 500. Ладно, по 1000. На каким на протяжении 10 ходов я тебе буду платить? Не хочет. Я тебе дам еще... Три тысячи дам еще сверху. Все, короче, пошли нахуй. На этом как бы заканчивается наша с вами... В этом... На этом с нами заканчиваются переговоры. В общем, с террористами переговоров не ведем. Все, без хуй до копейки. Что тут по армии? Блять, моя армия проигрывает в... автобои, я так подозреваю, потому что у меня нету стрелковых соединений, которые бы при автобое, при расчете автобоя могли бы сыграть мне на руку.
А стрелковых соединений, ребятки, у меня нету, потому что что? Потому что я абрех. Я не могу разобраться, где мне можно нанимать лучников. То есть я вроде как начал строить это здание. Оно там было доступно, да, там, что вы сможете нанимать римских лучников, и что-то на этом все. А теперь я не могу его найти. Я же, блин, помню, я где-то читал, где-то его ставил. Бред какой-то, в общем. Македония пропала навсегда с лица земли. Это раз. Во-вторых, меня, значит, там, извините за выражение, ебут. Мы крепчаем. И ебут меня повстанцы. Адмирал повстанцев как бы сношает меня. Вы понимаете, что происходит? Так, значит, тут у нас уже никого. Вот здесь у нас есть военачальник Квинт Сципион сидит у нас там почему-то гасится. В тот момент, пока мы в осаде находимся, да? Блять, ну вот тут, конечно, блин, это кошмар. Блять, я не знаю, наверное, тут надо будет всех объединять. Я не могу ничего... Ничего не могу сделать. Но это... Это уже точно поражение. Видите, я не могу здесь никого переобучить толком. Уже как упала наша армия. Почему я не могу переобучать? Почему? В чем проблема? Потому что они меня в осаде держат. Так это бред. При чем здесь? Наоборот, мы сейчас в осаде, мы сильны как никогда. Что там, 5 ходов? Надо отправлять подкрепление, да? Да надо, блин. А успею ли я это сделать? Вообще, да, вообще надо, блин. Время теряю, конечно. Если успею. 5 ходов. Не жалко в том плане, что это не мои исконные территории. И не жалко в том плане, что я уже оттуда поимел. И поимел нормально, денег поднял. Мне ничего не мешает сейчас фуллстаки наделать у себя в столице. И там, где Сиракузы. И потом просто переплыть и опять надавать по щам, как бы. Но разобраться все-таки с лучниками. Где они находятся. 375 против 219. И мы, по идее, должны выиграть. Опять же, делаем сохранение. Для того, чтобы, если что, вдруг, есть такое дело. Автобой, безоговорочная победа. Папс отбили. Так, на нас напали. Героическая победа, хорошо. Море наше. Отлично, так. Так, пока есть возможность. Бози-бози, пока есть возможность, бегом, всех переобучайте этих коллег, которые остались в живых. Возьмите еще, наверное, лучников, хочу, лучников себе, блин, так хочу. Это гастаты? Нет, нахрен не надо гастаты, хочу лучников конных. Хочу принципов, хочу собачек. Следующее, вот, кто нас ждет. Переобучение. Так, возвращайтесь, надо, короче... Нанять надо хлопцев вот этих, подтвердить. Прыгаем на корабль и мчимся в Карфаген. Сколько там? 6 ходов, нормально, успеваем, главное, чтобы нас сейчас никто не нахлобучил по пути. Тут мы немножко уже армию подсобрали, наверное, пока убираем, короче, метку появления. Надо подсобрать армию себе. Кстати, а я могу где-то здесь нанять по месту убийцу? Нормальные налоги. Давайте, хорошо, низкие налоги. Пока так. Потому что гарнизон слабый. Здесь нужно святилище Нептуна возвести обязательно. Канализацию парашу провести. Вот, римские лучники, стрельбище, наконец-то. Разобрался.
Разобрался. Так, а здесь я хочу взять себе... Нет, не тут. Вот тут, убийцу. И пойти попытаться немножко подчистить агентов вражеских вот здесь. Может быть, наши ребята успеют. Получится отбить Карфаген. И если да, то придется собрать с Фапса из Карфагена две армии в одну, оставить только чисто на охрану, поддержание порядка, и пойти туда вперед на эту Нумидию и вольнуть им щей немножко. Чапалахов им надавать, чтобы они не расслаблялись. Так, штурм пошел. 248 на 371 и не в нашу сторону. Попробуем пока так. Если нет, переиграем. Безоговорочная победа. Следующие нападают. Ничего, есть время. Теперь мы успеем. Теперь мы успеем. Так, Армения уничтожена. Бывает. Так. Флот готов. Отлично, подъехали. Так, а что здесь? Мы тут можем каких-то наемников найти? Можем. Хорошо-то как, ребятушки. Подтвердить. Подтвердить. Ну, что ты теперь скажешь, мудак? Э? Как роли, блядь, поменялись. Торговец, повстанческий торговец. Вот поэтому я хочу нанять, блядь, убийцу и поубивать всю эту шушеру, которая здесь лазит. Армении уже нет. Кому она там войну? Взятие поселения Цирта. 4 хода. Уже не успеваю, ребятки. Уже не успеваю. Надо держать оборону Карфагена. Мы его возьмем, конечно. Не по просьбе Сената, но возьмем. Греческие города там расходились как, а? Активненько. Мы с ними пока не воюем. Надо сначала Нумидию затащить. Ну там Спарта. Еще вон пришла армия. Так, ладно, тут мы пока нормально выезжаем, да? Так, вышел наш этот. А ну, что ты можешь сделать? Четко и ясно. Что это? Слоны. Слоны позволяют обучать или брать на службу отряды... Получаю товары. А, все, понял тебя, получай. Это хорошо. Так, это что, ты... попытаемся их отогнать? Вы обратите внимание, как наемники, да, себя плохо показывают. Боже, а их столько много, а они такие слабые, оказывается, да? Сразу видно, нерегулярная армия. Победа! Да какая-то победа, так? Хрень. Гастатов соединим. Так что, идем в ответку, да? Идем догонять. Прогнали их немножко. Можно идти догонять. В принципе. Почему бы и нет? Правда бы армию мне бы. Так, все, там идет переобучение. Ладно, пока. Пока ждем. Большой город расширяется, Мессана. Так, обязательно здесь в Мессане строим тогда дворец проконсула. Сиракузы. Дворец проконсула. Последняя в осаде Карфаген были. Было, было, знаем. Так, итоги периода сообщения о наборе Цирта. Ну, Цирту, блин, не успеем взять. Пока не успеем. Так, что тут по агентам? Так, дворец проконсула настроится. А, агентов я не здесь нанимал, я извиняюсь. Сиракузы. Вот тут должен быть агент. Вот он, убийца. Давай.
Выйди. Да ну хорошо, ну выходи. Так, это кто? Торговец. Капитан Невмел. Ага. Ага, вот этот. Убить торговец. Минус. Хорошо. Вот это меня радует. Успех наемного убийцы. Потому что нехуй тут ходить. Как говорят, нехер шастать. Так. Проконсула встроим, проконсула встроим. Здесь мы уже, по идее, скоро сможем... Ну как, почти скоро, после канализации. Пропускаем ход. Лучники. Сейчас у нас появятся лучники, а лучники... Будут сразу у меня рассылаться во все города, хотя бы чтобы было по 2-3 отряда на обороне города, помимо стражи. Для того, чтобы мы могли отбиваться нормально, отстреливаться со стен, скажем так. Все-таки лучники нехило дают, ребятки, нехило дают. Ненавидел всегда, ну как, не то что не видел, не любил воевать со всеми вот этими фракциями. Кочевыми, да, этими карфагенами, там всем остальным. Это, во-первых, слоны. Это вот эти конные лучники-наездники, которые используют тактику. Кто-то стрельнул, побежал. Бесит. Убийца, ой, точнее, лазутчик пришел к карфагену. И зашел в него. Идет Нумидия. Опять. Буду вас гнать отсюда с санными тряпками, потому что вы меня выбешиваете. Какая победа? Победа будет, когда ты... Смотри, как они отходят и отходят. Очень интересно, блин, получается. Я так отойти не могу. Наконец-то. Вы должны их убивать. Они должны быть мертвы полностью. Блять, они бежать куда-то непонятно куда. Догоняй, догоняй его. Смотри, что делает, а? Сколько он будет отходить? Раньше такой херни, блин, не было. Я вам так скажу. Форт. Все, ставим тут форт, стали на проходе. Будем держать оборону. Все, весь хер до копейки. Меня достало то, что они через эту речку приходят, блядь, ко мне и пытаются меня хлобучить. Так. Переподготовка. Чего мы это еще не сделали, я не знаю. Переподготовка обязательно. Так, все, через 4 хода сможем уже... воспользоваться нашими лучниками. Здесь пока лучников нет. Давайте, наверное, тоже убийцу. Вот так, все. Торговец, что ты? Он дикий животный, давай. Получай. Все, пропускаем ход. Немножко отбились от Нумидии. Оттеснили их. Конечно, армия с наемниками меня не радует. Возможно, это немножко работает не так, и я ошибаюсь, но я всегда верю в то, что хотя бы такую механику можно было бы просчитать, продумать и сделать, в том плане, что наемники — это все-таки наемники, это нерегулярная армия, они сражаются за золото, они не сражаются за свою родину, за своих этих, поэтому они намного слабее. Хотя здесь, опять же, наверное, все имеет дело в балансе. Правильно сбалансированная армия дает залог к успеху победы в автобое. По идее, это должно так работать. У нас пока армия не сбалансирована, поэтому у нас такие большие потери в автобое, и при этом приходится пересохраняться. Да все, Цирту я брать не буду, уже можете за нее забыть. А, вот наш агент. А что? А где бабуля? Так, а что здесь можно в Нумиде сделать? Торговать в Цирта. Информация поселения скрыта. Монополизировать. Слонов, да? Монополизируй. Камни. Карфагенские. Так, а ты, наверное, заплыви, пока Карфаген наш, мы тебя сейчас еще и подлечим. Правильно? Чего бы и нет. Ты все-таки у нас тащил. Это ты у нас кто? Керема. Мы тебе еще добавим к винкрему. Вот так. Чтоб ты был сильный и ловкий.
Так. Что, потихонечку, в общем, надо пополнять наших ребят. Значит, давайте мы с вами обменяемся на конячку вот эту битую, городскую стражу. Блять, надо было объединить сначала. Ладно, этих заберем, этих. Вот так. Ну, а ты туда забирай вот этих всех, конечно же. Хоп, поменялись. Все, счастливо оставаться. Сделали рокировочку, эти возвращаются на пополнение. Как-то так. Вот, и мы их переобучим и потом кинем обратно. Автослияние отрядов. О, класс. Кстати, классная штучка. Очень даже. Так, что ты можешь сделать? Монополизировать. Доход-заход 10. Подтвердить. Шуруй, монополизируй. Объявление фракции. А, объявление, да. Так, с нами никто не воюет уже, хорошо. Сенат распределил должности. Претор. Эдил. Претор. Верховный понтифик. Квестер. А, как нас Сенат начал сразу любить-то. Так, денег у нас пока 12 тысяч. Все хорошо. Все хорошо, все прекрасно. Галя воюет вовсю. Хлобучит Юлиев. Или Юлий их. Пока неинтересно. Так, здание всего НАТО провалено, ну это понятно. Дипломатические сведения. Дом Юлиев с Германией в союзе. Греческие города с... Ага, с Юлиями в перемирии. Провалилось. Бывает. Так. О, торговец у нас умрет сегодня. Альяма Цитра. Африка. Убить торговец Альяма Цитра. 95%. Подтвердить. Есть такое дело. Дальше у нас пойдет умирать лидер фракции, наверное. Но это не точно. Так, я, кстати, хотел, знаете, что сделать? Я хотел взять конных ребят и поехать посмотреть, что у нас находится вообще там. Капитан к ней поехал на разведку. Что такое? Разочарование. О, что ж случилось? Высокие налоги вас, наверное, смущают. Хорошо, мы пока понизим, подождем, пока вам параши построят. Построят палаши, параши, поднимем налоги, аж что хотели. Так, здесь надо тоже уже кого-то нанимать. Блять, что-то... Как-то сиракузы у меня отстают, вам так не кажется? Городская стража Гастаты. А, вот принципы, видите, можно улучшить. 2400, да? Римские конюшни бы нам сюда. Площадки для обучения. Публичные бани. Блять. Не рэпнет у вас там ничего от публичных баней. Так что здесь. Все, все деньги всадил. Успех наемного убийцы. Завершаем. Пошел, думаю, хрен что-то там у них монополизировать. Прикольная, кстати, темка такая вот эта с монополизацией. Надо в ней будет почитать в интернете, более заняться этим вопросом, так сказать. Так, нового от Сената не поступало ничего. Это гипериота.
Хорошо, принципы, велиты. Так, а здесь уже должны были они переобучиться. Да, давайте. Вот они собаки, вот они гастаты, вот они городская стража. Руем. Значит, кого мы его заберем? Мы его заберем вот этих дурачков. А этих забирай. Все. На то мы порешали. А ты пойди, не знаю, умри. А, даже так, да? Понятненько. Так, двигаемся дальше. Опа-па! Опа! Лептис Магна. Капитан повстанцы. Отлично, с повстанцами мы знаем, что можно придумать. Надо с ними договориться и купить их. Деньги-то у нас есть. Спасибо римским налогоплательщикам. А это будет наша следующая цель. Это будет наша следующая цель. И займется у нас этой целью. Ну ты, я не знаю, конечно. Что тут у нас по полководцам? Нам бы полководца какого-нибудь свеженького туда перекинуть для создания новой армии. Во, вот здесь у нас есть полководец. Вот Опи Ивни, военачальник. Такой вот он, вижу, спортивный хлопец. Он будет ждать. И он поведет на Карфаген наши войска. Дальше на Карфаген. Итак, ребятки, с вами был Росси. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Мы проходили с вами Ром Total War Remastered за Сципионов. Спасибо, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока и до скорых встреч.